Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня будем рассматривать узор для пальто. Узор простой, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 6 петель на 2 ряда. Для примера мы наберем 13 воздушных петель. Первую петлю мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Набрали 13 воздушных петель. Держим петельку, набираем 3 воздушные петли подъема. В ту петлю, которую держали, в четвертую, мы провязываем 2 столбика с накидом из одной точки. 1, 2. Это и есть начало первого ряда. Пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью и провязываем столбик с накидом. 1. Вот так. Пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью и вывязываем большой элемент. 5 столбиков с накидом из одной точки. 2, 3, 4, 5. Провязали. Пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью и провязываем столбик с накидом. 1. Пропускаем 2 петли внизу, заходим в последнюю и вывязываем из одной петли 3 столбика с накидом. 2, 3. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу, пропускаем элемент с 3 столбиками из одной точки, заходим в столбик с накидом, они у нас одиночные такие, из этого столбика вывязываем 5 столбиков с накидом из одной точки. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Это и есть начало второго ряда. Заходим в большой элемент, в третий столбик и провязываем столбик с накидом. 1. Заходим в столбик с накидом предыдущего ряда и вывязываем 5 столбиков с накидом из одной точки. 1, 2, 3, 4, 5. В конце ряда, в первую петлю подъема, мы провязываем столбик с накидом. 1. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Этот узор предполагает быть цветным. И в этот момент, когда вы будете заканчивать ряд, вам просто надо будет менять ниточку на желаемый цвет. Вдруг у вас будет белый, серый, синий. И в конце ряда вы просто меняете цвет и вяжете дальше. Начало третьего ряда 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу, заходим в столбик с накидом предыдущего ряда и провязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Это то же самое, что мы делали только что в первом ряду.
Вот эти три столбика с накидом в начале ряда, это у нас три воздушные петли подъема, которые заменяют столбик с накидом, и два столбика с накидом. Это и есть половина вот этого большого элемента. Заходим в третий столбик большого элемента в предыдущем ряду и провязываем столбик с накидом. 1. Заходим в столбик с накидом предыдущего ряда и провязываем большой элемент, 5 столбиков с накидом из одной точки. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Заходим в третий столбик большого элемента в предыдущем ряду и провязываем столбик с накидом. 1. В конце ряда в первую петлю подъема вот так крючком сделайте, и вам будет видно, где находится эта первая петля подъема. Мы провязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3. Провязали. Мы с вами связали третий ряд. Начало четвертого ряда. 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу и постоянно чередуем второй и третий ряд. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Модель, которую можно связать этим узором, я оставлю в конце видео. А всем пока-пока!